13.05 в Кирове на 101 FM, программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сегодня улыбается Марина Сергеевна Сазонтова, вице-спикер областного ЗАГС Собрания. Марина Сергеевна, добрый день. Добрый день вам и добрый день всем радиослушателям. Улыбаюсь, наверное, потому что хочется, чтобы доброе настроение почаще нас посещало. Ну да, мы начали, конечно, разговор с Мариной Сергеевной уже за эфиром. А я хочу начать с того, что напомню вам, как можно задать вопрос нашей гости. Во-первых, это сайт echokirova.ru, раздел «Анонсы». Это Twitter, Twitter Эхо, вызван 43, либо мой Twitter, вы можете писать. В процессе эфира мы читаем и некоторые вопросы озвучиваем. Но я начну с вопроса с сайта. Итак, я процитирую. Историческое поселение города Вятки Хлыново-Кирова. Каким вы его видите? И известны ли вам многолетние исследования Политехнического института во главе с Геннадием Безверховым по исторической части, на основе которых были приняты горисполкомом постановления на ограничение деятельности в этой зоне еще в 90-х годах и подпись «Неравнодушный кировчанин»? Но мне очень вопрос этот симпатичен. Единственное, нашего неравнодушного горожанина, я хотела бы кировчанина поправить, что решение это было принято не в 90-е, а еще в конце 80-х годов, наверное, даже в середине. И я этой темой занималась еще работая на телевидении кировском и снимала сюжет для центрального телевидения. Моим тогда собеседником был председатель кировского горосполкома Дзюба Анатолий Иванович. И вот когда я стала депутатом городской думы, вопрос этот вставал не раз о застройке так называемой исторической части города. И я тогда вспомнила, что еще в 80-е годы, в середине, было принято распоряжение, решение горосполкома об установлении, вот ее называли только зеленой зоной. Это фактически вся историческая часть. О том, чтобы там должна быть ограничена этажность зданий, естественно, не высоток, и вообще особый режим для застройки этой территории. И когда я стала депутатом городской думы, это 2002 год, я поднимала вопрос, жалоб ведь очень много было об этой точечной так называемой застройке, что мы нарушаем, ведь если уже такой был план об этой зеленой зоне в 80-х годах принят, давайте это решение поднимем и будем выполнять, оно соответствует интересам большинства нормальных кировчан. На мою просьбу в администрации сказали, мы не нашли такого документа. Вы знаете, но я же не могу идти вот в архив, так сказать, если люди мне заявили. Я тогда случайно еще была встреча буквально недавно с Анатолием Ивановичем Дзюбой, когда он в Киров тут был, приезжал. Я об этом ему рассказала. Он говорит, так ведь еще жива секретарь горосполкома Чарушина. Она может подтвердить, что было такое решение об установлении этой зеленой зоны. И поэтому Геннадий Михайлович Безверхов, я его очень хорошо знаю, это человек неравнодушный, как и его супруга, которая как раз пытается убедить, доказать, что нельзя забывать прошлое, нельзя вот так смахивать то, что до нас было создано. Другое дело, что это нужно поддерживать в хорошем состоянии, чтобы это вызывало уважение к истории и показывало наше отношение к этой истории уважительное. Поэтому я целиком, может быть, подробно я не видела все работы Геннадия Михайловича, но говорю, что, безусловно, при принятии решений наш город с такой вековой историей, многовековой, у него должно быть у приехавшего к нам в гости, благо сейчас все говорят о туризме, чтобы у людей не возникало, в какой город он попал без названия, да, что не путать городу, которому там 200 лет или там 100 лет, а именно наш город, который вот в 1374 году основан. Марина Сергеевна, ну на самом деле ведь до сих пор говорят про историческую зону, да, про то, чтобы запретить застройку, про ограничение этажности и так далее. Но мы видим, что у нас все равно появляются дома, появляются торговые центры в той самой исторической части города. Почему это происходит? Ну давайте так, наверное, здесь может быть претензия и к депутатам городской думы, если бы они, наверное, более дружно выступали против таких, ну, я считаю, явных нарушений в застройке города, что он теряет свое лицо в исторической части, наверное, это было бы более весомо. Должно быть большинство депутатов городской думы, которые могут это отстаивать. Видите, как депутаты законодательного собрания, сейчас же нас разграничили, 131 закон, не вмешивайтесь, пожалуйста, это муниципалитет, они работают по своему закону. Но депутатам, наверное, и горожанам обращение к избирателям, чтобы они тоже со своих депутатов спрашивали, как они участвуют в том, чтобы сохранить историческую застройку города. То есть плохо работают депутаты города? В том числе. Потому что инициативы, какой-то кусочек прихватить, там что-то построить, что-то изменить. Я знаю, что когда, например, по улице Энгельса, по улице большевиков убирали поликлинику детскую имени 8 марта, да, говорили, вот на Энгельс вот построен, взамен и так далее. Но, насколько знаю, там сейчас что-то начинает строиться, но
там, где строить и не надо, там, ну, не знаю, более чем уплотнена эта застройка. Вот я вчера проезжала с левой стороны по, будем говорить, так, четная сторона Энгельса. Поэтому вопросов очень много. И, наверное, каждый из горожан, если мы идем на выборы, если мы выбрали не того депутата, мы тоже виноваты в том, что не отстаивают наши интересы и нашего города. А как вы считаете, общественные слушания, в принципе, могут повлиять на эту историю? Сейчас об общественных слушаниях достаточно много вопросов идет, потому что я не раз и сама бывала на этих слушаниях. В основном, кто присутствовал в рабочее время, это все работники бюджетных организаций. Детские сады, школы, ну, то есть библиотекари, кого могли, и зал вроде бы был полон, изображали общественные слушания. Ну, то есть вы считаете, что это для проформы делается? Вы знаете, совершенствуется, я не могу сказать. Вот последнее уже приходит, когда речь шла по застройке там парка около дворца мемориала, да, каких-то других. Люди понимают, что нужно не просто там выходить на улицу или нет, но если есть формы, будем говорить, официальные, когда можно повлиять на решение администрации, власти там, города Кирова, надо именно не отсиживаться дома, а приходить. Другое дело, что нужно, если ты хочешь, как говорится, да, поучаствовать, но информация не так часто, громко. Тираж газет сегодня, к сожалению, очень недостаточно большой. Может быть, если там в источнике там, или в прогороде где-то это крупненько, что будут общественные слушания. А сейчас, я знаю, они появляются только в газете «Наш город». Ну, я думаю, да. Еще на портале администрации. Да, и портале. Поэтому неравнодушные могут заходить, находить эту информацию и звонить, не дожидаясь. Ну, а чтобы больше людей, значит, оповещение, привлекать этих неравнодушных людей, чтобы они могли участвовать в общественных слушаниях. Но, как пишут рекомендации, есть общественных слушаний. Вот последняя, по-моему, по этажности Рубцова Ирина Васильевна вела, я так видела сюжет, телесюжет. Закончилось тем, что, да, рекомендации будут предложены рассмотреть депутатам Кировской городской думы. За ними решение. Ну, хорошо. Я хочу еще одну федеральную тему с вами обсудить. В Госдуму внесен законопроект, который вводит возрастной ценз для депутатов Госдумы. На момент избрания возраст кандидата не должен превышать 70 лет. Вы с этой инициативой согласны? Вы знаете, она мне напоминает, может быть, жестко это будет звучать, инициативу одного из депутатов в Екатеринбурге, который вполне серьезно, я сначала думала, что это ради смеха, который предложил чуть ли не на федеральном уровне принять закон о запрете использования употребления чеснока в общественных местах. Это вот, знаете, называют, когда человеку нечем заняться, да, он ищет, а проявить как-то себя хочет. Поэтому, как и попасть там в книгу Гиннесса, да, неважно чем, но лишь бы прославиться. Вот когда 70 лет, какой-то возраст, я не знаю, с потолка там или откуда, что-то, кто там с этой инициативой выступил, иной раз я вижу в 50 человек развалина. Развалина не в смысле физическом даже, а то есть уже настолько аморфный, отработанный, так сказать, человек, ну, который так не представляет даже, мало что от личности в нем остается. И я вижу люди, которым под 80, и только пример показывают их здоровый образ жизни, мышление, которое, и интересные идеи, опыт, который у них есть. И у нас в законе о выборах прописано, выбирают избиратели. И когда кто-то решит, возрастные. Ну, давайте примем, например, если следовать идти, да, не будем блондинок запускать. Ну, анекдот у нас ходит, да, зачем блондинкам быть депутатами Госдумы? И зачем? Вот вопрос возникает, кого так озаботило, значит, ответ я могу сказать, потому что речь идет Зюганов, там есть Алферов, лауреат Нобелевской премии, люди, которые с опытом умеют и высказать, отстоять там мнение, да, и кто-то хочет избавиться, то есть набрать тех, может быть, у кого где-то и опыта может быть поменьше, избавиться от той исторической, может быть, правды, если правильно сказать, которую они в себе несут и знают, как это было. Поэтому вот эти ограничения возрастные, так называемые, они, в общем-то, ограничивают права человека. То есть возрастной ценз для депутатов Госдумы вообще не нужен? Конечно, это должны избиратели решать. И когда мы говорим, что давайте-ка мы за избирателей решим, да, мы сегодня убрали статью против всех, мы убрали процент явки, пришли там 3% или 1%, да, выборы состоялись. Мы идем
То есть не пришли на выборы, и слава богу, власть сама решит и без вас. Не надо ей мешать делать то, что она хочет, там точечную застройку, ну или другие какие-то законы. Поэтому возрастное ограничение, оно действует и должно действовать. Мне вот сегодня этот вопрос задавали на встрече для шахтеров, когда в труднейших условиях человек, да, ему говорят, да, в шахте, ну, до такого-то возраста у него выход на пенсию раньше, и должна быть повышенная пенсия, в условии трудные. Вот это нужно рассчитывать. В доме, когда нужно работать головой в большей степени и принимать грамотные законы и правильные, я считаю, здесь и опыт нужен. Не в защиту. А вы не считаете, что в таком случае получается такое противопоставление? Вот есть депутаты Госдумы, для которых условно нет возрастного ценза, а есть все жители страны, которые там обязаны выйти на пенсию во столько-то лет. То есть ты доработал до пенсии, и, в общем-то, тебя... Ну, попросят, скорее всего, да, что не пойдете ли вы. А чем от них отличаются депутаты Госдумы? То есть почему их также не отправляют на пенсию? Ну, давайте так, у нас есть разница. На работу мы не по выборам идем, да, а по своей профессии и так далее. А депутатская работа – представительный орган. И здесь неважно, какой ты по профессии. Шахтер, там, например, да, у тебя на пенсию ты в 50 там, или раньше выходишь в 45. И вот эти возрастные, когда сейчас у нас говорят на госдолжностях там, до 65, я считаю, должен определять руководитель, какая ему нужна команда. Вот когда диктуют, и сегодня, например, тоже мне такой вопрос задавали, всех пенсионеров, кстати говоря, у нас тоже приходили и в область нашу с предложением всех пенсионеров, учителей надо отправить на пенсию. Если бы это произошло, у нас сегодня школы бы просто задыхались от того, что у них некому преподавать. У нас сегодня катастрофически не хватает преподавателей, учителей в школах. У нас учатся ребята, я по внуку могу сказать, да, 10 класс. Они учатся 3 дня в одну смену, вернее 4 дня, 2 дня в другую, во вторую смену. Только потому, что учителя не успевают в одну смену вот вести их параллель. Это беда. И когда вот у нас эти ограничения, тебе 65, все, до свидания. У нас пенсионный возраст, да, 55-60. И право человека... должно быть, да, хочет он работать и может ли он работать, и право руководителя коллектива, который решает, а ему нужен этот человек или нет. Некоторые 40-летние, извините, на работе спят, отсиживаясь. Пусть у них и зарплата небольшая, но он числится, он себя, так сказать, ведет. А отдача от него КПД достаточно низкая. И те, кто где-то пенсионные, они стараются себя зарекомендовать, стараются себя показать. Но если у тебя есть желание поработать, то есть ты просто переходишь на другую работу, не обязательно, может быть, руководителем, ты переходишь на другую, чтобы дать дорогу молодым. Я не за то, чтобы, знаете, вот окружить себя и не пускать никого. Откуда молодежь, когда ей предлагают с опытом работы, да? А где они этот опыт набираются? Поэтому я всегда вот за эти жесткие ограничения, потому что жизнь настолько индивидуальна, и нельзя только по возрасту сказать, что мы уже начинаем вводить. Возраст и все, и дальше ты не можешь. Слушайте, ну вот а как же обновление состава? А как же свежая кровь, что называется? А я только об этом и говорю. Что если человек с отдачей в коллективе, если понимает, что ты работаешь с отдачей, или тебе дают понимать, что твоей отдачи маловато, а не так, что ты убираешь человека предпенсионного или пенсионного возраста, чтобы посадить сюда какую-то родственницу, какого-то знакомого, которого тебе порекомендовали. Вот я на встречах, мне буквально об этом приходит вот МФЦ, который у нас сейчас создан, да, мне, например, пошли жалобы. Когда они приходят и просят, а вы идите туда, туда и туда. Так, милый мой, я к тебе пришла, вот вчера у меня была женщина, она и пришла за тем, чтобы он рассказал ей, как это сделать, а не отправлять его по другим. То есть ты должен специалистом быть. И в этом уже возраст не имеет порой значения. Важно, как ты работаешь. Ну, как в журналистике. Если ты начинаешь работать, учись, делай сюжеты, получается, флаг тебе в руки и давай вперед. И ведь мы даже по откликам, например, там, телезрителей, радиослушателей чувствуем, что передачи этого корреспондента очень интересны и привлекает слушателей. Значит, если рекламу ты даешь, она будет на большую, да, категорию рассчитана, выгодно держать там телерадиоканалом или в газетах таких людей. А если он не представляет, пусть и молодой, не хочет себя так проявить, не думает, не предлагает идеи какие-то, да, ну, в ожидании, что вот я там что-то напишу и отработал, и все.
Я считаю, что, например, если даже человек в возрасте, варианты какие есть, если в нем предприятие заинтересовано, она находит возможность, сохраняя его опыт в качестве советника, то есть не держа его на должности, переведя, может быть, там какую-то категорию там создав, чтобы он работал. Почему у нас сейчас, как мне говорили, станочников привозят, которым за 65 лет, потому что не хватает специалистов, там, токарей, инструментальщиков, еще кого-то. Потому что молодые не подросли, нет преемственности. Я вот-то как раз за преемственность. Что не просто тебе исполнилось, ты все уходишь. А пришел ли тот, будем говорить, контингент ребят, или молодых, да, которые вот сходу заменяют. Такого быть не может. Это постепенный процесс. Нельзя вот так обрубать, что тебе там 40 лет там все выработали. Это у балерин, может быть, там есть возрастные еще там более ранние, да, которые становятся пенсионерами. Они уходят, сохраняя их, они готовят новых. А скажите, пожалуйста, сколько лет сейчас лидеру вашей партии Геннадию Зюганову? В прошлом году, если не ошибаюсь, отмечали 70 лет ему. А сколько лет он уже работает депутатом Госдумы? Ну, с самого начала основания, как Дума у нас начала работать, это, я думаю, таких немало в этом Государственной Думе, тех, кто от начала до конца. Такие люди должны быть, которые знают, знаете, даже с какой целью. Когда кто-то предлагает, с какими-то идеями выступает, надо же историю вопроса. Ты не будешь без конца в бумагах там вспоминать. А вот этот опыт, как принималось решение, почему то или иное, чтобы не наступать на те же грабли. То есть вот это должен быть живой организм, кто с опытом, кто приходит молодые. Ну, молодые приходят по спискам, потому что не всегда удается им пройти по одномандатному округу, да, и через список как раз привлекают молодых. А Геннадий Андреевич, по-моему, тоже по списку. Ну, как руководитель партии, да. И, но другое, когда вот там из вопросов, например, задавать, а кто может в случае, если такое решение примут, вот, да? Я об этом же хотела, да, спросить. Вот здесь надо смотреть, могу фамилию забыть, но вот депутат Московской городской думы, Клюев или как-то фамилия вот у него такая, молодой энергичный парень, вот мы с ним встречались, когда были в Москве, он неоднократно уже становился депутатом Московской городской думы. Очень принципиальный молодой парень. Вот его, я считаю, потенциально, наверное, это будет и выборы, и в Государственной Думе такие ребята появятся. Они есть молодые, которые не просто по списочку прошли, а и по округам одномандатным, и себя уже проявили, зная, что это такое за депутатская работа. Ну, хорошо, давайте закончим с этим вопросом. Про пенсии еще с вами хочу поговорить. Наш уважаемый премьер-министр Дмитрий Медведев предложил отменить индексацию пенсий для работающих пенсионеров, мол, государство 100 миллиардов на этом сэкономит. Как вы считаете, та ли это категория населения, на которой стоит экономить? Вы знаете, когда так предлагают, ну, сэкономили 100 миллиардов, да, рублей, а я не увидела статистики. Вообще я к математике, к статье, как сказать, к исследованиям люблю цифры, факты, чтобы можно сопоставить. А вот взяли бы такую цифру, а сколько пенсионеров сегодня работают в больницах, в учреждениях школьных и так далее, во многих сферах и быта, на очень небольшую зарплату, на которую никто из молодых не пойдет. Там, где зарплата 5 тысяч, там 5-600, к своей пенсии они имеют приработок. И если бы это была зарплата, это была бы вакансия. Кто бы ее заполнял? Значит, если у нас сегодня, меня, знаете, насмешили, вот мы вчера этот вопрос там рассматривали, когда метод рекомендации сократить логопедов в детских садах, в общем, очередную как бы оптимизацию, как вариант предлагают, одна из заведующих детских садов сказала: вы знаете, мне сейчас только на должность сторожа кота оформить, потому что на зарплату на такую никто не идет, кот хоть мышей будет ловить, и я буду изображать. Вот до чего можно довести. И когда у нас нет цифры, а сколько пенсионеров работают на этих низкооплачиваемых должностях, сколько они, так сказать, нам помогают поддерживать вот эту очень 13 важную... 13 миллионов работающих пенсионеров в стране. Мы сферу даже не взяли, я говорю, даже бытовые. Угу. Вот там, где мы знаем, что 13 миллионов, но мы не взяли сферу, где вот эта минимальная оплата труда. И она моментально оголится. Или пойдет нарушение, кого-то оформит, а работать будет пенсионер. То есть мы будем кривить душой, извините, изображать, что кто-то там работает, и нашлись такие, кто работает. А фактически будут работать те же пенсионеры. Но зачем нам заведомо нарушать? Я понимаю, когда, может быть, огромные есть пенсии, индексация там или нет. Это разве что у бывших губернаторов.
Нет, ну вот давайте так. Я этот вопрос вспоминаю в селе Тарица Фалеонского района. Там такой старый клуб, к сожалению, сейчас там крыша обвалилась, но это я помню. Там как дед Щукарь был. Вот на бикрень вот эта шапка, фуфаечки, он такой в валенках. И он мне говорит, я вот никак понять не могу, как говорят о повышении пенсии, а я, говорит, стукну по карману, не звенит прудцовки. Потому что мне проценты с моей, у него пенсия небольшая, где-то 5-600, но это года 3 назад было, так? В процентах добавляют к их пенсии. Те, у кого пенсия там 40 или более тысяч рублей, проценты гораздо больше. И уже действительно в кармане это зазвенит после повышения или индексации пенсии. И он тогда спрашивал, мы свою пенсию уже заработали. Почему бы эту индексацию проводить автоматом для всех? На 300 рублей всем добавить. А не так. Иначе еще богатые и становятся еще богаче. А у кого бедный, он от своей от 5000 там, проценты добавляет, ему 10 или 7, у него действительно в карманах-то не зазвенит. Поэтому здесь вот так говорить, что всех работающих пенсионеров, это должен руководитель решать. Ему выгодно пенсионера держать работающего. Пенсионеры заработали свою пенсию. И государство должно отступиться и не лезть в это. Это заработанное годами, многими десятилетиями заслуженная пенсия, мы говорим. Если вы хотите ограничить там в индексации и так далее, вот вариант деда Щукаря. Добавляйте всем одинаково, потому что по зарплате. А вот работать или не работать пенсионеру, видите, вот мы как с вами вернулись снова к этому вопросу, должен руководитель, если ему нужен такой работающий пенсионер. Вот как мне говорят, в ноги кланяются сегодня токарям, инструментальщикам, ему уже под 60, кому-то под 70 лет, надо деталь там, или вот инструментальщики срочно, вот больше никто не может. Его везут, привозят, увозят. Ему в ноги надо поклониться, что он еще в состоянии выточить эту деталь. Марина Сергеевна, я, насколько знаю, на прошлом заседании УЗС вы обсуждали как раз прибавку к пенсиям для бывших и высокопоставленных чиновников. Нет, если я не ошибаюсь, по-моему, пытались вынести этот вопрос. На законодательном собрании мы этот вопрос пока не обсуждали. Там речь, знаете, стояла, может быть, не на этом. Бывшие губернаторы, спикеры УЗС. Вопрос выносили его, но решение по ним не было, по-моему, принято. Там в какой-то части этот вопрос неоднократно поднимался, когда бывшим губернаторам, значит, ну, первым лицам, кто у нас в области, да, поднимался вопрос о том, чтобы этот вопрос снят, о предоставлении санаторно-курортного лечения каким-то льготам их женам, членам семьи. Нет, я сейчас именно про пенсии спрашиваю. Про санаторно-курортное лечение я эту историю помню. Так, но про пенсии не обсуждали. Нет, но вопрос, я имею в виду, на заседании законодательного собрания, а вот на каком-то из комитетов, я это помню, вопрос поднимали. Шло обсуждение, и в процессе еще будут выносить. Я только знаю, что санаторно-курортное решение уже есть. Это, и знаете, почему говорю? Вот даже российская газета, ну вот вопросы, которые капремонта я веду, когда неточная информация, и люди до конца не знают. Я, например, задали такой вопрос. Сейчас нет у дома спецсчета, люди не платят в ТСЖ. Они говорят, как мы сможем? Я говорю, только через год по решению собрания. Ну вот целый год нас будут обдирать. И когда я им сказала, что региональный оператор, собираемые сейчас деньги на дом по капремонту, все эти деньги за этот период будут перечислены на открытый спецсчет, он очень удивился. То есть вот неточная информация, или, например, когда речь сейчас вот обсуждается в Госдуме, освободить от капремонта, от платы, значит, за капремонт людей, там несколько вариантов, старше 80, старше 70, старше 60 лет. Еще решение не принято. А, к сожалению, в кировских наших написано, сейчас, значит, в некоторых, что уже люди все слышали, нас уже все освободили, а решение не принято. Еще одна ошибка, которая, вот опять же, к сожалению, коллеги, да, мои корреспонденты, когда у нас на законодательном собрании принято решение, изменение в закон, исключить из программы капремонта дома с износом свыше 70%. И вдруг все пишут, все, принято решение, все дома будут исключены. И не сказав о том, что они будут исключены, если жильцы представят техпаспорт, что этот дом именно с износом больше 70%. Важный момент. Конечно. И вот когда и по пенсиям, и по всем, если я, например, знаю вот по санаторам, где решение принято, я это говорю однозначно, потому что в этом я уверена.
А здесь надо проверять, я знаю, что вопрос поднимался. Хорошо, мысль я вашу поняла. Давайте на этом мы прервемся на рекламу, потому что нам нужно сейчас уйти. Я напомню, это особое мнение вице-спикера ОЗС Марины Сазонтовой. Сейчас мы уходим на рекламу и через пару минут вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же сидит вице-спикер ОЗС Марина Сазонтова, и это ее особое мнение. Марина Сергеевна, я предлагаю поговорить об общественной палате. Накануне на пленарном заседании члены общественной палаты определили список комиссий, которые будут работать в ближайшие 3 года. И вот к тем 6 комиссиям, которые были раньше, добавились еще 2. Это комиссия по взаимодействию с органами власти, общественному контролю и комиссия по аграрным вопросам, развитию сельских территорий. Вот скажите, пожалуйста, вы с самим принципом формирования комиссии согласны? Получается, по отраслям экономики они сформированы. Ну, вы знаете, мне сложно судить, потому что вот даже в законодательном собрании, да, у нас сегодня тоже там несколько комитетов, и в процессе работы выясняешь, у кого-то достаточно большой объем работы с перехлестом, что тяжело тянуть, а у других достаточно небольшой, так сказать, объем. Небольшой объем работы. Поэтому это в процессе. То есть нельзя считать сверху вот данное и неизменное. Есть желание создать 8 комитетов. Ну, наверное, чем-то руководствовались. Я надеюсь, ведь так, это же общественная работа. То есть тут не нужно делить портфели, да, за которые тебе приплачивают много. У них работа общественная, насколько я знаю. Поэтому если человек рвется и хочет возглавить там комитет, и у него есть идеи, и есть сторонники, кто в этот комитет входит, и они хотят поработать и себя показать, флаг им в руки. Но когда я посмотрела, предположим, по названиям комитетов, вот по связи, значит, по работе с органами власти, да, и есть там развитие, по-моему, гражданское общество, да, если не ошибаюсь. Есть комиссия по социальным вопросам, по вопросам здорового образа жизни, по вопросам экономики, по вопросам гражданского общества, да? Да, общественной экспертизе, этики, регламенту и экология, природа, польза. Вот, и когда по работе с властью, в принципе, гражданское общество, оно и работает с властью. Вот на мой взгляд. И важно выстраивать эти отношения. Поэтому, когда ты так читаешь, вот у меня, например, такое видение, кто это предлагал и утвердил эти комитеты, комиссии, да, у них другое мнение. Поэтому, я думаю, интересно будет их самих спросить. И сами в процессе работы, готовы ли они будут перестроиться, когда поймут, что мы тут пересекаемся с каким-то комитетом и вообще работаем надо не параллельно, а совместно. Я на это очень спокойно смотрю. Это не портфели с окладами и так далее, с каким-то довольствием. Ну хорошо. Но вы знаете, мне кажется, что работу члена общественной палаты, в принципе, можно сравнить с работой депутата. Но этого же ОЗС, если, например, это не выделенная должность, да, не освобожденная должность с окладом, в принципе, и там общественная работа. Да, у депутатов, вот, которые не на штатной должности, да. Да. Угу. Я знаю, что в общественной палате всегда была проблема с посещаемостью, что народ, ну, прямо скажем, редко ходит и часто прогуливает заседания комиссии. Как вы считаете, учитывая ваш опыт работы, да, в ОЗС, в Гордуме, что нужно сделать, чтобы они начали туда приходить и работать? Ну, вы знаете, я бы сказала, у меня печальный опыт работы в законодательном собрании. Хотя такая проблема всегда существует, например, и в Кировской городской думе, когда заседание какой-то комиссии проходит, да, а кворума нет, и решения нет, да, сложно принять вопрос. И когда в законодательном собрании, ну вот меня обвинили, что вот я тут в президиуме, да, мне видно, сколько присутствует в зале, для кворума должно быть 36 человек, а иногда ты видишь, что нет этого кворума, и я говорю председателю. И вместо того, чтобы вот эту дисциплину наладить, да, у нас пошли на то, что если будет половина присутствовать, и хватит, и все, успокойтесь насчет этого кворума. Так а вот кворум как 28. Же ее наладить? А как наладить? А, очень просто. Вот я считаю, у нас работают фракции. И если человек пришел по списку, то его очень легко заменить. Но ведь бывает обстоятельство, человек хотел прийти, да, посмотрел, у него не получается, как у нас есть приезжие депутаты. Им довольно сложно, но они не подумали, что это составит проблему, что нужно приезжать не только на ЗАГС собрание, заседание, но и на комитеты, которые в группу там записался, да. Если есть, предположим, 3-4 пропуска за год, надо ставить в фракции, если он по списку, потому что по списку проще, не надо перевыборы проводить и тратить средства, то хотя бы те, кто по списку прошел, надо просто сдавать мандаты честно.
если не можешь сам честно, то есть фракция Марина должна... Сергеевна, ну вы видели хоть одного предложить... человека, который добровольно пришел и сдал мандат? Ну, вот говорят, после множества пропусков Сарсон наконец-то написал заявление у нас в ЗАГС собрании, сдал свои полномочия. А это должен быть порядок. То есть записано в регламенте общественной ли палаты, законодательного собрания, что если более 4 раз в течение года человек пропустил заседание законодательного собрания... Я боюсь, общественной палаты не останется очень быстро. Нет, почему быстро? У них ведь есть возможность замещения, точно так же, если это общественная организация, ну какой он представляет. Если губернатор, он сам заинтересован должен быть в том, чтобы все его представители активно участвовали. Если это законодательное собрание, то ну, раз в месяц, это не проблема заменить члена общественной палаты, там, которая ЗАГС собрание, ну и общественная организация. Не проблема. Другое дело, что человек, когда туда попадает, он считает, что все, как сказать, достиг апогея, и никто его оттуда не может. Вот если в регламентах это будет прописано, что ты обязан посещать, ну, может быть, только какие-то форс-мажорные обстоятельства, болезнь, там, еще что-то, да, ты не смог присутствовать. Но если это в системе, вот я назвала 4 там, заседания, предположим, да, в год, может быть, кто-то посчитает и другое на протяжении созыва. Если человек отрывается, ну, честность тебе не помогает, да, как сказать, не хватает. Должны быть действовать эти правила. Ты должен сдать мандат. Еще хочу успеть поговорить с вами про портал «Вместе Киров». 5 минут у нас осталось. Сегодня как раз в общественной палате пройдет презентация этого портала. Я в 2 словах напомню. На портал можно выкладывать проблемы, общественные инициативы, предложения и так далее. И та инициатива, которая наберет больше 5000 голосов, будет рассмотрена на правительстве Кировской области. Когда появилась новость о запуске такого портала, казалось бы, с одной стороны, там общественные активисты должны были обрадоваться, что у нас появился еще один инструмент, с помощью которого гражданское общество может влиять на власть. Но я слышала очень много критики в адрес портала, что, мол, ничего не решает, что, мол, 5000 голосов это слишком много у нас не собрать, что нужно ограничивать по геотаргетингу, да, из какого региона жители могут голосовать, чтобы отсекать, например, всероссийские организации, которые могут бросить клич по всей стране и проголосуют за их инициативу и так далее. Вот как вы понимаете, почему такая реакция? Реакция, она понятна, потому что в целом вот сейчас у нас месячник правовых знаний идет, я общаюсь в многих коллективах. Большинство как относится к выборам? Не ходил, ходить не буду, потому что все безразлично, все. Если говорить об активных гражданах, да, мне вот приходится... я как раз о них и говорю. Да, давайте посмотрим, а много ли их активных. Когда открываешь вот эти блоги, например, обсуждение какой-то статьи, и, может быть, грубо скажу, я вижу трёп. Ты там такой, ты сякой. То есть уже не суть важно, о чем там речь идет, а уже переход на личности и так далее. И, как правило, это, ну, может, десяток. Кто-то почаще, кто-то нет. И здесь начинается, что их мало, а они хотят свое мнение отстоять. Поэтому они могут говорить, что 5000 – это слишком много. Но, знакомясь вот с прессой в других регионах, так сказать, это у нас... Ну, сюжеты где-то проскакивают, если я не ошибаюсь, сейчас на портале городской администрации, куда можно сообщать о фактах. Вот я постоянно хожу с фотоаппаратом, если я что-то увидела, не буду я там рассказывать, я просто пошлю фотографию, и меры принимаются по заявлениям. И на портале, правда, сама не заходила, когда человек может написать, что не устраивает, что там нужно исправить, речь, если идет о каком-то ремонте или еще. Если вещи, когда нужно принять какое-то решение, ну, градость или строительное, так сказать, да, мнение высказать. Здесь, конечно, мнение нужно большинства, и чтобы это было какие-то обсуждения общественные и так далее. Вот это голосование. Попробовать можно. Будет ли это 5, и когда там написано, правительство будет рассматривать. А почему правительство? Может быть, вопросы, которые нужно рассматривать в городской думе. Может быть, нужно рассматривать в районной думе. У нас областная общественная палата. Но она как раз вот подписала соглашение с правительством области, да. Поэтому с правительством. Правительство будет не на заседании правительства рассматривать, будут рассматривать эти вот министерства, как у нас новые появились.
управления какие-то. На заседание правительства его вряд ли будут. То есть это но, только если дойдет. Насколько я понимаю, так написано в соглашении между правительством и общественной палатой. Нет, там же не написано «на заседание правительства», правда? Вот надо как раз обращать внимание на эти слова. В правительстве – да. Но правительство, оно, это рабочие структуры, это есть заседание правительства. Поэтому куда попадет это предложение? Оно, может, и попадет на заседание правительства, но не всегда это однозначно. У нас с общественной палатой тоже, и законодательное собрание тоже соглашение есть. Поэтому в этом можно рассматривать, если, например, вносить изменения или принимать какой-то закон, за который выступают, надо его рассмотреть. У нас ведь не сразу тоже выносится на заседание законодательного собрания. Сначала рабочие группы собираются, специалисты, насколько реально это предложение, есть ли финансирование, то есть я хочу там что-то, а когда говорят, а денег нет, тогда надо не только значит, обсудить, а где их можно взять, реально ли их взять, да, чтобы тогда это применять. А потом уже комитет рассматривает и выносит на заседание законодательного собрания. Ну, то есть здесь ваших... цепочка да, достаточно длинная. Из ваших слов я так понимаю, что вы не считаете, что произошло нечто там революционное, что в корне изменит жизнь гражданского общества в Кировской области. Я реалист, так скажем. Хорошо. Хотя я за то, чтобы люди высказывали предложения. Вы знаете, на что обратить внимание хочу? Вхожу в комиссию по безопасности дорожного движения, и уже с акцией, вот когда еще депутатом городской думы была, просила, что мой округ, вот когда мы поворачиваем с Октябрьского проспекта на Лепсе, вот на этой площади, угу. Так, там постоянно идет спотык из-за перехода. Переход, он обозначен, а никакого регулирующего, так сказать, хотя бы желтый включался, красный или нет, его нет. И вот с Октябрьского проспекта, особенно в период, в пик, в часы, да, когда люди идут по одному, по два тянутся, целая цепочка, она почти до троллейбусного парка там тянется, они вынуждены ждать, когда же этот поток прекратится. И я просила, поставьте не то, что светофор там желтый, хотя бы регулирующий там красный, зеленый, чтобы люди поднакопились, пешеходы перешли, и машины могли бы беспрепятственно, так сказать, двигаться, а не того, что это цепочкой. Мне сказали, это не столь важно. Это уже тянется четвертый год, и вот у нас есть глаз народа. Вот когда говорят, мы не читаем. Я читаю про город Источник, где вот глаз народа, потому что люди бесконечно обращаются. Умные руководители должны реагировать на эти обращения. В принципе, вместе Киров мы будем иметь то же самое. Они опубликованы в прогороде, там, в источнике новостей, они опубликованы, а какая будет реакция? Не надо 5000, если ты умный руководитель, ты видишь, что на эту тему больная идет. Думай и решай, как ее, какие принять меры. И на этом у нас, к сожалению, закончилось время. Я не успела поговорить с вами про нормы ГТО. А ГТО я готова сдавать. Другое дело, больной вопрос. Преподавателям физкультуры запретили в школах принимать нормативы. А ведь на золотой, там, серебряный значок будут единицы сдавать. Почему в школах не принять, а те, кто себя зарекомендовал и готов на значок идти, для них организовывать? А сегодня, когда говорят, значит, сдавать нормативы где-то и не давать это право учителям физкультуры, я считаю, это глупость. Марина Сергеевна, я предлагаю оставить эту тему тогда для другого эфира, раз вы готовы развернуто обсудить. Угу. Я напомню, что это было особое мнение вице-спикера ОЗС Марины Сазонтовой. Я благодарю вас за эфир. Спасибо большое. Спасибо вам и терпение слушателям. Программу для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.